Два красных оппонента. Бринджан и Жота. 12.33. Сотый стартовый экзит. Открытие от Хантера. Минус по Бринджану. Одно хп у Хантера остается. Кузен в деле. Ну и Ника с Авиком пока еще даже не показывался на горизонте. Хантер увидел только что одного. Это был Авик. Пикать его выходит Ника. Хантер выходит четко со своим кузеном работать под прикрытием. Прячется уже за темкой, за тройкой. Ника дает шот. Дуэт кузенов делает магию КСа. Ковачи во всей красе. Черт возьми. Шестой раунд. И снова, ну, на чем-то невероятно.